на самом деле из самого пресс-релиза следует, что ЕРПП зарегистрировали под 313, то бишь возбуждение, да, там, расовое, этническое, идет перечисление. Ну, по идее, должны быть более четче, да, указать насчет того, что именно какой вражды, национальной или межрегиональной. То есть это обязательно, то есть это основа основ любого пресс-релиза должно быть. И все-таки какое-то событие, да, или скажем, объективная сторона совершенного, да, ею преступления, если так. Это должно быть написано, описано, что именно, о чем речь. А здесь говорится о том, что постоянно высказывала необоснованную критику. Опять же, да. То есть мы видим, что здесь вот для, я не знаю, для абсолютно неискушенного, кому это нужно и для чего такие пресс-релизы, это отписка какая-то, да? Ни о чем, по сути, не говорит. Потому как если это 313, то четко должна быть поставлен, да, вопрос, а какой, да, ну, расовой, этнической, национальной, то есть идет же перечисление, то есть какой-то же и должен быть факт. А выше идет вопрос только критики власти. И опять же, это вот мы о чем мы говорили, что ну, критиковать власть не то, что можно, нужно. И на самом деле это опять вот мы, скажем, на те же грабли, да, то есть привезли ее оттуда, сейчас вот зарегистрировали под... Вначале 310-е было, да, теперь 313-е. Да. Очень суровые статьи, на самом деле, на мой взгляд, это опять вот одна из тех пугалок, опять же, да, то есть... И у меня такое ощущение, что опять у них ни черта ничего нет там на нее. То есть, да, она критиковала, да, там, ну, на самом деле, мне сложно оценить, да, весь ее посыл, потому что мне сказали, что, оказывается, очень много, да, вообще у нее видео и много всяких, скажем, да, таких. То есть сперва посадим, а потом найдем, да, за что. То есть по принципу такому. Это вот опять такая же, вот, мне кажется. А не, а он как сюда относится? Никак пока. Дело в том, что, ладно, допустим, тот-то закон, он в любом случае будет такой, скажем, да, больше такой, ну, механический. В плане того, что заблокируете того-то и все пока. Он-то там не отсылает нас к уголовке. А тут чисто указано 313-е, пожалуйста, укажите, что, в чем, на кого и как. То есть вначале идет критика власти, а потом бац, тебе 313-е. То есть абсолютно не вяжется, и мне кажется, вот, ну нечего, да, вот, ну нечего написать, вот и пишут вот такую, честно говоря, билиберду. Вот это конкретная билиберда для профана, да, вот нате вам, да, вот так и надо написать. Это что за пресс-релиз? Это для кого? Для каких-то этих, что ли, там, я не знаю, для студентов второго курса журфака? Если на самом деле вас устраивает это вообще просто, ну, муть настоящая. Нужно прям вот, я думаю, что писать, сказать, слушайте, это что за пресс-релиз? В чем вы ее конкретно ее обвиняете? То есть, что она, укажите, пожалуйста, что она сказала не так по 313.